Первая фабрика «Авангарда» – пожалуй, самое дерзкое культурное событие этой осени. Фестиваль альтернативного искусства вобрал в себя все самые современные веяния в театре, живописи, хореографии и дизайне. Пожалуй, знаковое мероприятие для Иваново. К посещению обязательно. Фабрика «Авангарда» — это более 30 различных событий, в их числе выставки молодых художников, театрализованные представления, перформансы, показы коллекций одежды, хореографические номера, фотовыставки, а также мастер-классы и лекции от экспертов о феномене «Авангарда». Я уверена, что именно это мероприятие позволит изменить отношение к нашему городу и показать, что город Иваново и наш Ивановский регион — это территория молодых, талантливых, креативных людей, которые способны творить. Одна из площадок Центра культуры и отдыха. Именно здесь, на открытом воздухе, решили провести открытие фестиваля. Все от оформления сцены до костюмов ведущих продумано до мелочей. Посмотреть на нетипичное для Иваново шоу собралось больше сотни жителей и гостей города. Но он превзошел наше ожидания, и мы честно признаем, потому что то, что мы задумывали, было достаточно скромным. И вот если говорить о президентском гранте, который мы получили, то мы исходили, что первый шаг должен быть робким, но оказалось, что мы сделали шаг очень важный и заметный. По крайней мере, уже можно говорить о том, что это событие заметили. Два культурных бренда города, текстиль и авангард, слились воедино в показе коллекции от начинающих дизайнеров. Геометрические узоры и искусно подобранная цветовая гамма. Ваши аплодисменты! Один из самых ярких моментов открытия – перформансы. Организаторы выбрали самые известные примеры из мировой истории и постарались их продублировать. Известная художница Йоко Оно предложила любому желающему взять ножницы и отрезать часть своего платья. На подиуме девушки, покрытые синей краской, рисуют на холсте своими телами. Перформанс художника Ива Кляйна. На холсте в несколько квадратных метров знаменитый экспрессионист Джексон Поллок, пританцовывая, создает шедевр, хаотично разбрызгивая краску по бумаге. Немецкий постмодернист Йозеф Бойс прогуливается в толпе и пытается объяснить смысл картин «Мертвому зайцу». Здесь югославская художница Марина Абрамович предлагает заглянуть в свои глаза. Мы возвращаем сейчас историю, связанную с нашим городом, в нормальное русло, потому что Иваново действительно был одним из основоположников авангарда, и мы видим это и в архитектуре 20-30-х годов, и в работе нашей творческой интеллигенции. Поэтому, конечно, сегодня у нас великий день, мы возвращаем историю в наш город. После уличного шоу гости переместились в арт-центр «Авангард». Его открыли недавно. В помещении раньше располагался ночной клуб. Площадей хватит для любых творческих экспериментов. Здесь расположилась выставка «Молодых художников. Линия». Площадка, свободная от условностей и правил. И это лишь малая часть того, что предлагает первая фабрика «Авангарда». Фестиваль продлится до 23 сентября. Подробную программу можно найти на официальном сайте. Если посетить все выставки за уикенд не получилось, ничего страшного. Все они будут открыты еще несколько недель. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново.